Только трэш, блядь. На нашу родину. Восточные части США. В Западной Европе. Авиабаза «Рамштайн» атакована. Вот наша родная земля. Севастополь. Мы не должны позволить им провести диверсию. В Америке. В Западной Европе. На нашей территории. Полковник, вам поручено защищать порт Севастополь. Противник не может захватить базу. Вместо этого он попытается сорвать ее работу. Ваш противник, полковник Карл Хайден, 5-я штурмовая часть воздушно-десантных войск. Ветеран группы «Радуга». Он предпочитает наступательные действия и вовсю использует тяжелые вертолеты «Гепард». Мы быстро продвигаемся, занимая важные стратегические пункты. Россия выигрывает войну, полковник. Не подкачайте сегодня, полковник. Вы свободны. Так. Рейд, да, у нас? Ну, все равно будем действовать, как мы обычно действуем. Захватим территорию и гуляй, Вася. Начинаем операцию «Морозко». Повторяю. Всем погрузиться в тараканы, вас понял. Так. Не нравится их новый этот камуфляж вообще, прям до сих пор не могу привыкнуть. Итак. Мы в тараканах. Ясно, поднажмем. До сих пор не понимаю рейд вот этот. Такс. Восточный квадрант. Вижу вертолет и гепард. Угу. Так, получается, мне надо... я могу сделать так. Захватить башню, будет сделано. Пускай они высаживаются вот сюда. Резервные отряды ждут команды. Подразделения приближаются к зоне операции. Ясно, нападаем. А эти защищают, пускай этих... О, бьют вот по этим, а вертолеты бьют по тем. Внимание на объект «Зулу». Объект под обстрелом. Это железный коготь. Мы в полном порядке. Россия идет. Враг несет потери. Говорит Шерши. Все вертолеты готовы выполнить боевое задание. Внимание на северо-восточный квадрант. Противник ликвидирован. Говорит железный коготь. Мы в полном порядке. Перезаряжай. Берем башню! Нас никто не видит. И обратно сражаться. Так, либо надо ликвидировать их базы, либо спасти свои, я уже не помню. За это мы тебя и любим. Выдвигаемся! Внимание на объект «Браво». Мы захватили башни. Подразделения приближаются к зоне операции. Это Творняк. Мы на месте. Вижу военных инженеров «Эффект». Подразделения приближаются к зоне операции. Хорошо, отправляемся! Говорит железный коготь. Мы в тараканах. Говорит стрекоза. Все вертолеты целые. Приказ есть приказ. Огонь! Центральный квадрант. Вижу боевые машины пехоты АМЗ-26. Говорит спальник. Привез живодеров. Внимание на подразделение 3. У них проблемы. Это Творняк. Внимание на подразделение 4.
у противника большой перевес сил. Это Шершень! Надеюсь, мы дорого продадим своих жизней. Внимание на подразделение 3. Они теряют инициативу. Говорит товарняк, мы на месте. Это Шершень. Нас так, отступайте. Посылайте эвакуатор. Говорит Дмитрий. Иду в зону эвакуации. Внимание на подразделение 4. Они обескуражены действиями противника. Подразделение на подходе к ЗД. Наши резервы подходят к концу, полковник. Говорит Минотавр. Вся техника на ходу, к бою готовы. Говорит Дмитрий. Забрал уцелевших. Стрелки спецназа и артиллерия отлично выбивают вражескую пехоту из зданий. Захватить башню будет сделано. Дизель на связи. Высадил живодеров. Говорит Дмитрий. Закончили, уходим на базу. Мы уже идем. Говорит Железный Коготь. Берем башню. Вижу танки «Пантера». Внимание на объект «Сиерра». Радиобашня попала в руки противника. Это Минотавр. Вся техника на ходу, к бою готовы. Сосредоточься, экипаж. Давайте. Говорит Железный Коготь. Мы в полном порядке. Внимание на объект «Альфа». Радиобашня наша. Внимание на объект «Альфа». Башня обозначена как передовая ЗД. Говорит великан. Это стрекоза. Они убивают нас. Говорит Минотавр. Мы пустили им кровь. Это дворняк. Все остальные монстры к бою готовы. Это стрекоза. Они макнули нас мордой в дерьмо. Внимание на подразделение 4. Вызвана эвакуация. Говорит Дмитрий. Иду в зону эвакуации. Это великан. Внимание на объект Зулу. Объект атакован противником. Подразделение на подходе к ЗД. Наши резервы подходят к концу, полковник. Внимание на центральный квадрант. Вижу боевые машины пехоты АМЗ-26. Внимание на объект Зулу. Объект под обстрелом. Центральный квадрант. Противник ликвидирован. Говорит Дмитрий. Закончили, уходим на базу. Говорит Минотавр. Говорит спальник. Привез живодеров. Это товарняк. Мы на месте. Это товарняк. Говорит Безум. Остальные звери чувствуют себя прекрасно. Внимание на объект Зулу. Объект атакован противником. Внимание на подразделение 6. Огонь противника плохо влияет на их мораль. Говорит товарняк. Это Минотавр. Они из нас фарш делают. Ну что ж вы... Это великан. Мы потеряли одну машину. Внимание на объект Зулу. Объект получает повреждения. Подразделения приближаются к зоне операции. Это Железный Коготь. Берем башню. Говорит товарняк. Все остальные монстры к бою готовы. Внимание на подразделение 5. Они теряют инициативу. Центральный квадрант. Противник ликвидирован. Мы несем потери!
Внимание на объект Дельта. Мы взяли башню. Подразделение на подходе к ЗД. Наши резервы подходят к концу, полковник. Так, осталось занять базу. Сьерра. Внимание на подразделение 5. Запрошена эвакуация. Яша на связи. Иду на эвакуацию. Говорит Железный Коготь. Мы в Таракан. Внимание на центральный квадрант. Противник уничтожен. Пусть узнают, что такое настоящая война. Яша на связи. Провел эвакуацию. Бензовоз на связи. Чем больше танков, тем лучше. Подразделения приближаются к зоне операции. Это было наше последнее резервное подразделение, полковник. Они нам не противники, товарищ полковник. Это товарняк. Яша на связи. Провел эвакуацию и иду на базу. Говорит Грифон. Все машины в полном порядке. Все, получайте. Говорит Минотавр. Думаю, мы с ними разберемся. Это безумно. Наша атака более чем эффективна. Дизель на связи. Высадил живодера. Хорошо, отправляйся. Внимание на северный квадрант. Противник уничтожен. Говорит Носорог. Последняя точка. Открываем огонь. На северный квадрат. Противник уничтожен. Ну и все. Это Железный Коготь. Мы в полном порядке. Мы защитили базу. Сегодня женщины Европы прольют много слез. Доклад о результатах операции, полковник. Уничтожение вражеских сил всего лишь средство к завершению битвы. Второе дело. Вот так же спецоперация на Украине. У нас там главное я обновляю данные не уничтожение, а вот итоги прошедшей недели. Захват территории на время. На родной земле мы сражались хорошо. Дальше. Дела в Западной Европе шли не очень хорошо. О, Рамштайн тут захватили авиабазу. Ракетная атака и удар кинетических стрел уничтожили сегодня европейский ядерный авианосец Жанна д'Арк-2 и несколько кораблей сопровождения. В Западной Европе они атакуют Копенгаген. Они хотят захватить наши комплексы башен. Полковник, враг развернул наступление. Нацелился на наши радиобашни. Остановите противника! Еще раз. Ваш противник, полковник Дмитрий Уильямс, 14-й десантно-штурмовой батальон. Вы уже побеждали его раньше. Думаю, вы и сейчас доведете бой до победного конца. Все неплохо складывается для России. Давайте использовать наше преимущество. Победа будет за нами, полковник. Ступайте. Так, надо завоевать, да?
Начинаем операцию «Метель». Повторяю, начинаем операцию «Метель». Штурмовая группа на подходе к ЗД. Радиобашни видны на радаре. Башня будет нашей! Так, захватываем башню. Мы уже в пути. Говорит спальни. Привез живодеров. Говорит железный коготь. Мы в полном порядке. Ты мне нравишься. Внимание на объект Факс. Захватить башню будет сделано. Захватывайте башню. Так. Истребить? Без проблем. Нам эти стрелки вообще ни к чему. Что такое настоящая война? Говорит товарняк. Что дальше? Говорит железный коготь. Башня будет нашей. Говорит великан. Все остальные монстры к бою готовы. Все остальные монстры к бою готовы. Внимание на объект Лайма. Мы захватили башню. Подразделение на подходе к ЗД. Говорит товарняк. У нас есть резервы. Подразделение на подходе. Говорит товарняк. Мы на месте. Ясно, атакуем. Да, не слабаки. Утопим их в крови, нам это не впервой. Говорит товарняк. Атакуем. Вижу военных инженеров СБР. Текс. Говорит великан. Нападаем? Это железный коготь. Башня будет нашей. Резервные отряды ждут команды. Подразделения приближаются к зоне операции. Говорит носорог. Враг несет потери. Это носорог. Открываем огонь. Внимание на объект Сиера. Радиобашня захвачена. Это Минотавр. Атакуем! Есть атаковать врага. Западный квадрант. Противник нейтрализован. Подразделение на подходе к ЗД. Достигнуто максимальное количество отрядов на поле боя. Говорит Минотавр. Мы атакуем! Есть атаковать врага. Противник нейтрализован. Это конкретная война. Западный квадрант. Противник ликвидирован. Не высовываться. Говорит Минотавр. Мы подбили его. Мы уже в пути. Северо-западный квадрант. Противник нейтрализован. Говорит Минотавр. Машина выведена из строя. Западный квадрант. Ну противник все. Ликвидирован. Или еще что-то еще будет? Нет, еще что-то будет. Говорит товарняк. Взять башню. Если что-то не в порядке, я замечу. Говорит великан, они подбили Пэху.
Внимание на объект Сиера. Башня обозначена как передовая зона высадки. Так-с. Говорит товарня, что дальше? Да, идем. Внимание на объект Альфа. Радиобашня попала в руки противника. Мы уже идем. Хорошо, отправляемся. На полной скорости! Говорит железный коготь. Внимание на объект Зулу. Радиобашня наша. Внимание на западный квадрант. Противник применил кинетические стрелы. Внимание на объект Зулу. Башня выведена из строя электронной атакой. Сергей на связи. Ну, блядь. Эвакуации. Говорит стрекоза. Что дальше? Мне всегда нравился ландшафтный дизайн. Противник высаживается на поле боя. Вижу вертолеты В-120 «Валькирия». Замечены М-118 «Фастбэк». ЗД. Достигнуто максимальное количество отрядов на поле боя. Говорит Вова. Провел эвакуацию и иду на базу. Они убивают нас! Подразделение на подходе к ЗД. Везде будут тапки. Подразделения приближаются к зоне операции. Достигнуто максимальное количество отрядов на поле боя. Юго-западный квадрант. Противник нейтрализован. Ну вы издеваетесь. Говорит еще один. Коготь. Берем башню. Это железный коготь. Помолитесь. Говорит спальник. Потом привез живодеров. Это товарняк. Внимание на юго-западный квадрант. Противник уничтожен. Бензовоз на связи. Привез живодеров. Говорит самосвал. Привез живодеров. Победа, полковник. Они отправились домой в пластиковых мешках. Такое количество пролитой американской крови не может не радовать. Дальше у нас... Что, может быть, Рамштайн вернем? Я обновляю данные на стратегической карте. Вот итоги прошедшей недели. Мы успешно сражались в Западной Европе. Мы потеряли военную базу. Так-с. Подтверждение своих слов о том, что Израиль за прекращение войны, премьер-министр Йоси Йелон объявил сегодня о прекращении экспортных военных поставок. Захватим военную базу Форт Кэмпбелл. Противник. Полковник, вам поручено атаковать военную базу Форт Кэмпбелл. Это важный стратегический пункт, и я не успокоюсь, пока он не окажется в российских руках. Ваш противник — полковник Роджер Фанк, 13-й воздушно-десантный батальон. Он будет использовать поддержку с воздуха.
Поэтому стоит позаботиться о противовоздушной обороне. Мой стратегический военный план оправдал себя. Россия выигрывает. Сегодня вы можете еще немного приблизить нашу победу. Вперед! Текс. Покажем сегодня, на что способны танки, я их немножко обновил. Прокачка там за кадром была, начинаем, не записал. Начинаем операцию «Волчий клык». Повторяю. Начинаем операцию «Волчий клык». Воздушный транспорт на подлете. Оружие хорошее стало. Радар и показывает защита. Расположение Он башен. Подразделение на подходе к ЗД. Говорит муравей. Мы в полном порядке. Отец был красноармейцем. Будет сделано. Разбудили внимание на центральный квадрант. А, у них В. Вот этот В, кто не видит, армии, да? США. Вэшка. Мы уже в пути. Говорит великан. Все остальные монстры к бою готовы. Камбус на связи. Привез живодеров. Хорошо, отправляемся. Я думаю, надо все-таки делать поступательные движения в сторону США, чтобы от них ничего не осталось. Говорит товарняк, все остальные монстры к бою готовы. Мы на месте. Внимание на объект Лайма. Противник захватил радиобашню. Это Минотавр. Мы на месте. Внимание на северный квадрант. Вижу БМП «Фастбэк». Подразделения приближаются к зоне операции. Так, самолетов пока, вертолетов я не вижу. Муравей на связи. Захватываем башню. Это великан. Что дальше? Это великан. Это носорог. Все машины в полном порядке. Говорит муравей. Мы в полном порядке. Говорит самосвал. Привез живодеров. У этих америкашек хорошие игрушки. Отправляемся. Мы знаем правила игры. Разбуди. Ясно, меня, ускоримся. Внимание на объект Браво. Мы захватили башню. Подразделения приближаются к зоне операции. Да, и БМП я прокачал, что они теперь быстрее становятся и скорострельнее, когда защищают, ну, когда они в них внутри, короче, солдат. Внимание на центральный квадрант. Вижу артиллерийскую установку М-23 «Спартанец». Ну а что я поделаю? Я ничего не поделаю. Транспортники готовы к высадке подкреплений. Подразделение на подходе к ЗД. Камбус на связи. Привез живодеров. Ага. Артиллерия. Да, не слабаки. Меняем дислокацию. Нет, не Хорошо, будем пока. Идем. Вертолеты пока не будем уничтожать, они еще нам пригодятся. Это Шершень. Все вертолеты готовы выполнить боевое задание. Западный квадрант. Вижу части регулярной армии США. Да, захватываем башню. Говорит Шершень. Что дальше? Это великан. Мы на месте. Это Минотавр. Мы на месте. Да, захватываем башню. Говорит муравей. Мы в полном порядке. Приготовились врезать им со всего маху. Вижу танки Шварцкоп. Это дворец. Мы на месте. Полковник хочет, чтобы мы взломали защиту башни как можно быстрее. Мы на месте. Говорит Шершень.
Транспортники готовы к высадке подкреплений. Подразделение на подходе к ЗД. Вижу БМП фастбэк. Враг несет потери. Этот готов. Внимание на объект Альфа. Мы взяли башню. Западный квадрант. Противник ликвидирован. Подразделение на подходе к ЗД. Центральный квадрант. Вижу военных инженеров СБР. Внимание на объект Сиера. Противник захватил радиобашню. Муравей на связи. Сам знаешь, братишка. Говорит Безум. Этот готов. Противник высаживается на поле боя. Вижу вертолеты В-25 «Ястреб». Говорит «Стрекоза». Да, вертолет сбит. Это «Конюк». Вертушки в полном порядке. Противник уничтожен. Внимание на подразделение 8. Огонь противника плохо влияет на их мораль. Это «Шершень». Открываем огонь. Транспортники ждут приказа, чтобы доставить подкрепление. Внимание на подразделение 8. Запрошена эвакуация. Подразделения приближаются к зоне операции. Чем они там недовольны? Башня охраняется. Говорит Шаши. Вертолет побит. Это великан. Берем снежку. Это Безум. Атакуем врага. Внимание на подразделение 7. Они начинают нервничать. Яша на связи. Провел эвакуацию. Внимание на подразделение 7. У них проблемы. Внимание на центральный квадрант. Противник ликвидирован. Зампуск на связи. Привез вышибатеров. Они сбили два вертолета. Яша на связи. Провел эвакуацию и иду на базу. Это Безум. Наши позиции под артиллерийским огнем. Внимание на подразделение 9. Вызвана эвакуация. Внимание на подразделение 7. Запрошена эвакуация. Так, а где у нас... Это великан! Враг несет потери! Противник ликвидирован. Говорит носорог. Сделаем. Даже дыхание не собьем. Так точно разнесем их. Резервные отряды ждут команды. Подразделения приближаются к зоне операции. Говорит Дмитрий. Забрал уцелевших. Яша на связи. Провел эвакуацию. Это Дворняк. Это Минотавр. Мы атакуем! Говорит Носорог. Говорит Дмитрий. Закончили и уходим на базу. Внимание на северный квадрант. Вижу артиллерийскую установку М-23 «Спартанец». Яша на связи. Провел эвакуацию и иду на базу. Говорит Носорог. Все машины в полном порядке. Дизель на связи. Высадил живодеров. Вот хоть убей, не вижу. Вся техника на ходу, к бою готовы. Муравей на связи. Мы в полном порядке. Хорошо, отправляемся. Это Носорог. Выдвигаемся. Хорошо, идем. Выдвигаемся. Муравей на связи. Внимание на центральный квадрант. Вижу части регулярной армии США. Внимание на объект Фокстрот. Мы захватили башню. Подразделение на подходе к ЗД. Вот я и вижу. Носорог. Наши позиции под артиллерийским огнем. Резервные отряды ждут команды. Подразделения приближаются к зоне операции. Я вас поняла. Успокоим их. Это великан. Что дальше? Говорит Носорог. На месте. Говорит Конюк. Вертушки в полном порядке. Говорит Безум.
жду приказа. Это Минотавр. Мы на месте. Наши позиции под артиллерийским огнем. Восточный квадрант. Противник ликвидирован. Это Носорог. Враг несет потери. Говорит Муравей. Говорит Носорог. Прямое попадание. Так, вот таким макаром захерачиваем все. Что дальше? Операция завершена, полковник. Поле боя за нами. Ковбои отправились пасти коров на небесах. Текс. Военное дело таково, что когда его принципов держится ради успеха, офицер должен делать то, что опасается сделать ошибочно, но по военному опыту должно быть сделано для достижения успеха. Генерал Томас Джексон по кличке Каменная Стена. Наверное. Им виднее. Так, что там по новостям? Я обновляю данные на стратегической карте. Здесь результаты последней недели. В Западной Европе мы несли потери. Мы потеряли авиабазу. Мы хорошо воевали в Америке. Мы захватили военную базу. Дальше у нас только по трем пунктам, да? То есть вот здесь, здесь и вот здесь. Круто.